بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وما توفيقي إلا بالله وهو الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب. Эту землю, землю, или я тебе, как в народе у нас говорят, я сдаю тебе эту, этот дом. Там, конечно, также, естественно, необходимо называть определенные условия, необходимо называть срок аренды, необходимо называть, если земля передается, какой площадь как передается. Какая площадь передается, длина, ширина, чтобы все было конкретно обговорено. Предмет, который передается в аренду, это должен быть таким, что можно было бы пользоваться им таким образом, чтобы ее не использовали как в качестве употребления, то есть чтобы можно было использовать таким образом, чтобы это осталось в целости, сохранности, вернуть обратно. А то какие-то не только пользы, там материальные какие-то пользы, если оттуда получают, это уже не арендная сделка, а как-то по-другому можно назвать. Если, например, кто-то кому-то сдается и называет эту арендой, корову сдает, чтобы оттуда пользоваться молоком от этой коровы. Вот это примерно он пользуется каким-то материальным, чем-то из этого предмета, чтобы не было таким, а именно взял тот арендатор пользу от этого предмета и мог вернуть обратно в целости и сохранности. Ренту можно сдавать. Для этого примеры можно привести, что у нас в обществе большинство бывает, когда сдают в аренду машину, сдаем мы в аренду, бывает КамАЗ сдаем в аренду, бывает, что автобус сдаем, бывает, в прокат мы берем. У нас, может, до сих пор нету, в других странах в прокат дают легковые машины. Это тоже как бы аренда. Когда что-то в аренду сдают, это делится на два вида. Один вид такой иджарату айн, что называется, когда передается именно этот предмет, и именно чтобы от этого предмета, чтобы взяли какую-то пользу. А есть другая форма аренды, иджарату зимма называется, там не идет какой-то обговор именно о каком-то предмете. И можно объяснить так. Договаривается кто-то с кем-то, чтобы перевести ему груз с какого-то города в другой город и передает ему когда вот заключается такой договор, у этого арендатора может быть своя машина, он на своей машине, чтобы перевез этот груз, чтобы доставил этот груз, так можно договориться. Или можно договориться его машину, чтобы себе взять в аренду, нанять еще второго водителя для этого, но без хозяина этой машины. Такой вид. Вид, что мы назвали иджарату зимма, это несколько другой вид. Просто договаривается кто-то с кем-то, чтобы он заботился о том, чтобы перевезти ее груз с какого-то города в другой город, или же договаривается с ним, чтобы он озаботился, скажем, выполнить какую-то работу, не сам непосредственно этот, с кем он договаривается, а
как он хочет, если захочет он сам, чтобы выполнил этого, или нашел для этого подходящего человека. Это называется иджарату зимма. Вот во втором случае, где проходит как иджарату зимма, когда арендование проходит, здесь обязательно нужно в руки передавать плату за эту аренду. Как салам дарам мы рассказывали вот, в купле-продаже. Подобно как салам дараму, здесь аренды в иджарату зимма ты оплату нужно отдавать в руки. Например, для этого можно привести такие примеры. Иногда люди нанимают человека совершить за их покойного или же за человека, которого сам не сможет поехать в хадж, совершить за него хадж. Вот когда нанимает, договаривается с кем-то, заключает такой договор, бывает иногда, когда этот человек имеет какой-то интерес и подчеркивает, чтобы ты сам мне совершил этот хадж. Вот в таком случае нельзя ему поручить это кому-то, именно самому обязательно нужно совершить этот хадж, потому что тот, кто с ним договаривается, заключает этот договор, у него, если не было бы интереса, он бы так не сказал. А другой вид, что мы называем иджарату зимма, здесь уже немного по-другому. Ему особой такой особой разницы, когда не бывает, и говорит одному такому доверенному человеку: вот эти деньги, примерно, если взять вот на сегодняшний день, вот 100 тысяч рублей, за эти 100 тысяч рублей я с тобой договариваюсь, чтобы ты совершил мне хадж, хочешь сам совершай, хочешь найти для этого более подходящего человека. И вот так он и принимает этот договор. После этого он может кого подходящего человека для этого доверенного договориться со вторым лицом и отправить его совершать хадж за этого первого лица. Также, если кому-то нужно перевести какой-то груз, в примере, скажем, из Москвы в Хасавюрт, если нужно перевести груз, можно договориться с кем-то: вот столько денег, озаботься о том, что перевести мне в таком-то месте у меня груз, то, что называют, и за такую плату, чтобы перевести в город Хасавюрт. Здесь тоже, когда иджарату зимма, опять ему просто предоставляют возможность в руки сразу, здесь обязательно нужно передавать деньги, когда он не подчеркивает ему, и когда он не требует от него самого, чтобы именно он сам перевез этот груз. И здесь тоже опять может тот человек договориться с кем-то вторым, и если он себе что-то там, излишки себе, если сделает, тоже здесь он, может он это сделать. Если сверху идет, сверху отдает, если дешевле, если кого найдет, и так тоже может делать. То есть это его, на его шее это будет висеть после того, как он уже принял этот договор и подписался под этот договор. Еще следующий вид этого иджарата у нас есть иджаратуль ашхас. Вот именно когда кого-то нанимают, выполняют какую-то работу. Это тоже входит в этот же раздел иджарата. Так, если подумать, у нас в обществе везде, можно сказать, вот этот иджара проходит даже вплоть. Любой человек, который зарабатывает, где-то работает, устроился на работу и зарабатывает, он, его можно назвать, что он находится вот в иджарате. То есть, пример, если учителя, если взять, учитель, он работает, получает зарплату, с кем-то он договаривается на определенную зарплату, и за эту зарплату он работает.
Это уже иджара. Иджара дул-ашхас, что называется. Врач, например, врачи, они работают, тоже получают зарплату. Они тоже с кем-то договариваются на месяц определен, под определенную зарплату, работают. И они тоже самые находятся в этой сделке. Бывает, когда договариваются со сроком, бывает иногда там обговаривают объем работы. Если договориться на срок, то есть в каждую неделю получит такую зарплату или на каждый месяц за определенную зарплату, тогда этот человек должен все минуты пустить в пользу, не отлучаться от работы без разрешения того, кто его нанял на работу. За исключением на обязательные намазы. Есть разногласия, может этот человек даже суннат намазы делать, но говорят, что суннат намазы тоже без разрешения того, кто его нанял на работу, он может отлучиться. На пятничный намаз может отлучиться. А на какие-то свои личные дела такой человек, которого работает по найму, он не может отлучиться без разрешения того, кто его нанял на работу. Этот по найму работы у нас везде и всюду. Ежедневно мы сталкиваемся с такими работами. Сегодня, например, если кто-то кого-то в магазине в своем качестве продавца, если устраивает на работу, он уже получается, что договорился и подписался под договор иджарата. На него тоже распространяются то же самое, это все требования шариатские. Тот, кто заключил такой договор, у него тоже как бы он должен быть доверенным. И его называют как доверенным. Если что-то испортится, что-то поломается без его вины, тогда он за это не отвечает, не несет ответственность. А если по его халатности, по его вине, если что-то испортится, поломается, тогда он обязан ее вернуть, возмещать. Если, например, кто-то возьмет в аренду машину, там возникают такие вопросы. Расходы на эту машину, если сказать, там КАМАЗ, кто-то взял в аренду и пользуется этим КАМАЗом, кто должен ремонтировать этот КАМАЗ, кто должен чинить ее, если это поломается где-нибудь. Это будет зависеть от их договоренностей. Какие договоренности у них в начале, вот по этим договоренностям у них и будет проходить все. Но если договорятся так, в крупном, хозяин всегда должен обеспечить как бы то, что он передает кому-то в аренду, он должен как-то заботиться о том, чтобы этот предмет, чтобы был пригодным пользованию для арендатора. То есть, если дом передал кому-то в аренду, если эта крыша непригодная, там течет крыша, например, хозяин обязательно должен чинить эту крышу и делать так, чтобы этот дом был пригодным для пользования, для жилья. Если машину передают, будет такой недостаток, такая поломка, которая мешает пользованию этой машины, в таком случае опять тот арендатор, тот, кто взял в аренду эту машину, он сходу он не имеет права вернуть обратно, расторгать сделку аренды. И если хозяин берет на себя отремонтировать, чинить эту машину и поставит ее в строй, то есть сделать так, чтобы был пригодным для езды, для пользования. Если он ремонтирует и это делает, он арендатор продолжает работать. И там договориться могут, в каких
именно в случаях, вот, например, если вдруг поломается, скажем, коробка, выйдет из строя коробка, там двигатель, там вначале, если они договорятся, такой крупная поломка, когда будет, чтобы я не несу ответственность, то, что вы сами будете за это отвечать, за такие значительные такие поломки, этот аренда не проходит, это как недействительно считается. А текущие ремонты, мелкие текущие ремонты, в этих можно договориться, и будет, как они договорятся. Запчасти, если этот арендатор текущие работы выполняет и покупает запчасти, если они вначале не договорились и не обратился к хозяину, сам от себя взял, отремонтировал эту машину, если договора у них не было такого, тогда он как будто от себя все вложил, и он не имеет права к нему, у него потребуют такие текущие расходы. Расходы также в этот же, можно сказать, входит, например, износ колес, износ скат, например. Вначале, если они договорятся, что за это несет ответственность, этот будет менять каждый раз хозяин или там арендатор, как они договорятся? Конечно, здесь будет исходить это все от размера суммы оплаты. Вот и приходят они к одному мнению и договариваются, как договорятся, так и будет дальше проходить. Замена масла, там такие подобные, как заменят масло, такие смазка автомобиля, эти вещи, такие ремонты, текущие ремонты, они всегда идут, эти должны выполняться арендатором, тот, кто пользуется этой машиной. Дом, если находится в аренде, там, как мы сказали, двор только должен чистить квартирант. Это двор, там за воротами эти места он должен, а крышу, из крыши снег даже убирать не обязан квартирант, это нужно делать, говорят, хозяин дома. Аренду людей можно нанимать на всякие работы. Вот если вопрос задать, можно ли человека нанимать на выполнение такую, как бы, поклонение какое-то за меня, чтобы кто-то выполнил какое-то айбадат, таат, чтобы выполнил. Этот, как мы сказали, хадж, это же таат тоже, это айбадат, это поклонение же хадж. И также, вот, например, резать, скажем, там, курбан-байрам, барана резать, быка резать, это тоже таат входит в айбадат, поклонение, но вот в этих делах можно как-то нанимать человека, чтобы он это сделал. Это тоже называется иджара. Тогда в общем можно такой найти для этого общее такое правило, что если в это поклонение входит какие-то материальные расходы, тогда можно кого-то нанимать на эту работу, на это поклонение. То есть в хаджи мы здесь видим вместе с поклонением и материальные расходы. В умрате здесь тоже расходы материальные вместе с поклонением. В этом курбан-байраме, что мы режем, в этом тоже мы видим материальный расход вместе с поклонением. Все, в любое поклонение, в котором вместе с этим есть какие-то материальные расходы, в этом можно кого-то нанимать, выполнять такие поклонения. И тот, кто нанимает другого и выполняет такие тааты, получает от этого вознаграждение от Аллаха Всевышнего. Например, у нас часто бывает, когда мы собираем людей на зикр. Можно на такое
за кого-то вот так людей нанимать, чтобы за них 10 тысяч зикр прочитать и получить за это что-то, оплату какую-то. Читать за кого-то Коран и получить на это какую-то оплату. Можно это делать? Ну, в этом есть разногласия, но у нас в Мазхабе очень много, во многих книгах, если взять Атухфат ибн Хаджар аль-Хайтами, если взять, и Мугни Асналь Талиб, в Нихаятул Мухтаж, в всех этих книгах пишут, что можно взять, нанимать человека, читать за кого-то покойного Коран. Здесь нужно договориться объем чтения или же на срок, на какой-то срок. Когда на могиле читают Коран, нанимают, вот то, что мы сегодня делаем. Мы же вставляем вот на могиле вот этот хадж, и там человек читает Коран, мы ему платим какую-то сумму. Это тоже входит сюда, в этот же иджара. Здесь, конечно, если тот человек, который нанимается, если читает правильно Коран. Если неправильно читает, он тогда, мы же его нанимаем, читать Коран и передать нашему покойному столько, сколько он получает аджра, вознаграждение. Поэтому, когда он неправильно читает, с ошибками читает Коран, он, поскольку не получает от этого сам вознаграждение, так и передать ничего не может для покойного. Значит, это аренда уже не действительная, это иджара уже не действительная. А если читает правильно, читает как положено Коран, иджара его взят, нанимат такого человека, читает Коран на могиле покойного, ну, это алими считает, что можно, можно за это что-то получить тоже. Для этого есть определенные факты, определенные доводы, которые алими приводят. Из фактов есть один такой факт, когда сподвижники, ради Аллаху анхум, когда шли с одного сапара, кто-то заболел и искал человека, которого ему бы сделал какое-то лечение. Потом там нашелся человек, которого может делать Кораном рукия. Он прочитал над этим человеком несколько аятов, несколько сур из Корана, вылечил этого человека. Потом этот человек ему, им, оказывается, принес барана за это лечение. Когда они приняли этот баран, некоторые начали там возмущаться. Но как ты мог это сделать за Коран, за калам Аллаха, взять такую оплату? Потом, как дошли до пророка, алейхиссалам, с этим спором, пророк, когда этот вопрос подняли, он сказал, лучшая зарплата, которую берет она что-то, это Коран говорит. Он так сказал, вот эти слова как раз эти алимы берут за основу таким примером, как вот на могиле. Но там есть, конечно, еще условия и требования. На могиле, если читает Коран, как за это и получает оплату, если даже там, если он дуа даже, если не сделает, если даже он не попросит Аллаха, чтобы ему досталось этот аджр, даже говорят, можно. Почему? Потому что там и без этого есть польза, говорит, для этого умершего, потому что где читает Коран, там всегда не спосылается рахматы, там всегда баракат Всевышнего Аллаха. Этот покойный это все получает. Если даже он, тот, кто читает Коран, если даже дуа не делает. А если не на могиле, а где-то дома, если будет читать и передавать, тогда обязательно там нужно договориться, чтобы он делал дуа и просил Аллаха, чтобы то, что он прочитал, такой же аджру, как он ему достается, такое, чтобы досталось тому покойному. А также эти алимы рассказывают о том, можно ли читать так, вот так вот, за оплату. Коран за живого человека. Тоже с какими-то условиями это алими, особенно вот, если даже наш имам Шафии считает, что
за такое телесное поклонение, что исполняется телом, так, за такие поклонения польза тому, кому передается, не достается, если даже имам Шафии говорит. Но большинство наших алими, они говорят, что можно за даже за умершего, мы сказали сейчас, мы рассказали, за живого даже можно за это брать оплату и прочитать Коран и передать вознаграждение такое, какое ему достается. Ну, для этого условия, да. Ну, здесь и говорят они, имам Шафии, он да говорит, что не достается, но он не это имеет в виду, так и пишут в книгах. Можно посмотреть «Мугни аль-Мухтаджи», «Асналь маталиби» можно посмотреть там. Они пишут, что имам Шафии не это имеет, мол, в виду, когда он говорил, что не достается. Не такой обстоятельство имеет в виду. Так и пишут они. Какие же условия здесь, когда за кого-то читает Коран и на это получает вознаграждение, оплату? Если тот живой человек рядом сидит, это одно условие. Или он должен сидеть рядом с ним, чтобы от этого он получал какой-то баракат. Или тот, кто читает Коран, он должен думать об этом человеке, говорит. Когда читает Коран и думает о этом человеке, тоже какой-то баракат и рахмат этому человеку достается, говорит. Или в конце он должен делать дуа, чтобы ему досталось, и передавать этот аджр. И просить Аллах, чтобы ему досталось такой аджр, какой достается ему. Этот иджаратул ашхас, что называется, вот, работать по найму, нанимать какие-то работы, это делится опять на два вида. Один вид, как бы общий такой, общий рабочий, как понять. Вот врач, если взять, он работает с одним и с другим, он лечит нескольких одновременно. Он и получает оплату от всех. И бывает еще другое, что особо одному, лично одному, кто работает и получает от него оплату, это как бы аджир хас и аджир муштарак. Две разные аджири. Когда договаривается кто-то с кем-то работать с ними и... Вот здесь взять пример, строитель тоже такой же общий, как бы наемный рабочий, он тоже может одновременно выполнять несколько работ, несколько разных людей, но когда договаривается с кем-то, чтобы он именно с ним работал, пока он не закончил его работу, чтобы других работ он не принял, вот по этому договору он должен обязательно следовать. И в соответствии этому договору выполняет работу. Теперь, как иджара у нас, вот на эти все три вида, как иджаратул айн, иджаратул димма и иджаратул ашхас. Мы поняли вот все три вида. Из этих трех видов то, что мы рассказали, какие-то, если возникают вопросы, с вопросами лучше нам работать, потому что ежедневно мы сталкиваемся с какими-то вопросами, какими-то проблемами, относящимися к этим арендным договорам. В следующем уроке, иншаллах, мы расскажем о васиете, о завещании. Иншаллах, можно приготовить, если у кого есть.
бывает по ходу вопросы задавать к следующему уроку. А связанное с сегодняшней темой, если у кого есть вопросы, можно задавать. Ну, если у вас нет вопросов, я вот некоторые проблемы дополнительные расскажу вам. Ну, вопросы возникают обычно такие, задают вопросы. Можно ли, когда отдавать аренду, в аренду что-то отдавать? Можно отдать, если он знает, что тот будет пользоваться этим запрещенным шариатом. В запрещенные дела шариатом. Например, если кому-то сдает, скажем, контейнер, а тот, когда он сдает этот контейнер, знает, что он будет там торговать спиртными напитками. В таком случае нельзя. Нельзя, и если даже договорятся, этот договор аренды считается недействительным. А если, когда сдает, он не будет знать, для чего он будет пользоваться этот контейнер или этот магазин, в таком случае можно. А тогда, после как он сдал эту в аренду, если тот начинает там делать скрыто, считать скрыто какие-то погрешности, он сам отвечает за это, а тот хозяин этого магазина за это не несет ответственность, говорят. Расторгнут договор. Арендодатель может сам. Но этот аренда, договор аренды, это называется, это как абдун лазим. После как заключается этот договор и закрепляется, и утверждается после этого только с прохождением срока или же с завершением этой работы только они расходятся. А если срок, то арендатор не справляется, то что условия договора не выполняет? Если не выполняет условия договора, тогда уже имеет право. Если не выполняет. Например, хозяин земли или хозяин магазина, скажем, если кто-то из хозяин или арендатор, если кто-то умрет, этим тоже не заканчивается договор аренды. Дальше будет продолжаться, это будут продолжать наследники их до конца срока. Еще можно такой вопрос задать. Мы, ну, хотя бы вот все это то, что мы рассказываем, здесь детальные вещи я стараюсь не рассказать, с книги не читать, потому что все то, что на книге пишется, это все запоминать очень трудно. Мы только рассказываем то, что мы много такие грубые моменты, что можно запомнить. Можно такой вопрос задать. Аренда, находясь в аренде, можно ли продать дом? Находясь в этом доме квартиранты, можно этот дом продать? Может хозяин продать этот дом? Вот на такой вопрос ответ: он может продать, если и тому, кто там живет, можно продать, и любому другому постороннему тоже можно продать. И этот договор купли-продажи тоже считается действительным. Конечно, если тот покупатель посторонний, если только знает, что там находятся квартиранты, и что ему придется ждать, пока они не освободят этот дом. А этим самым, что продажи предмета, который находится в аренде, аренда опять не заканчивается. Аренда будет продолжаться. Как срок проходит, так только тогда может располагать покупатель этим домом или же этой машиной, только после этого может располагать. А так он должен согласиться с тем, что за этот срок, если даже он купил этот товар, что это должно находиться на руках арендатора, что ему придется ждать столько времени. Он должен быть с этим согласен. А если у нас вопрос. Здесь возникает такой вопрос,
Мы же там в купле-продаже рассказали, чтобы перейти собственность, для этого необходимо там осуществить передача из руки в руки. Кабзы, что называется. А этого, если не сделать, находясь в этом доме квартиранты, этот дом пока не освободит, пока не передат в руки этого второго, этому покупателю, он же как бы законным хозяином, законным собственником этого дома не становится. А для этого, когда он пока еще незаконный собственник, там могут какие-то изменения какие-то получиться. Связанные с этим есть очень много решений. Аль-Мабиу Кабла Аль-Кабзи мы рассказали до передачи из руки в руки. Если там потеряет, поломается, чей это будет, если вопрос машины, если будет, например. Но здесь нетрудно, говорят, делать, это тоже осуществит, это покупатель, это в интересах покупателя. Это недолго, просто освободили дом, обратно занесли. Если там есть мебель, там хозяйственные такие принадлежности, вынести и занести. Вот это нужно для этого делать, говорят. Машину, например, передать этому хозяину в руки, поездил немного, проехал и передал этому арендатору. Пускай теперь дальше продолжает пользоваться и будет ждать. Но зато этим самым, вот этим кабзом он становится как бы законным хозяином этого товара. Если даже это находится в руках арендатора. А если хозяин продает квартиру квартирантам, там есть срок какой-нибудь? Там он вот, сразу могут уже собственность перейти. Это тоже так же, вот, там можно вот так вот задавать вопрос. Если квартиранту продавать этот дом, там его мебель, все хозяйство, если его, тогда освобождать особо не нужно будет. Там можно вопрос задать, после этого я квартирант, я уже сегодня купил дом, еще год мне арендный срок, еще остается год. За этот год в своем доме теперь я живу, я за этот год, за эти месяцы должен отдавать оплату, должен. До конца года, как договорились, этот аренда же не завершается тем, что продали этот дом. Если даже сам квартирант покупает, он должен оплачивать дальше, продолжать. Посторонний покупает. Ну, тоже он должен ждать, пока не освободят эту квартиру, пока не закончится арендный срок на этот автомобиль. Вот такие моменты там есть. Еще есть вот, можно такой вопрос задать, связанный с этими арендными договорами. Если кто-то что-то арендует, получает в аренду, он может переарендовать этот? Вот такой вопрос. Может, говорят, может переарендовать, может за низкую цену, может за высокую цену тоже. Взял в аренду в магазин один, потом находит, иногда бывает, что у него как такие обстоятельства, и не может пользоваться этим магазином, чтобы он же все равно должен оплачивать, если даже не пользуется. Как, с того дня, как он получает в руки это помещение, с этого момента на него идет оплата. Будет он пользоваться этим помещением или не будет, без разницы. Будет ездит он пользоваться этим автомобилем или не будет. Независимо от этого, на него будет идти вот этот сумма оплаты, он должен будет оплачивать. Поэтому, вот, чтобы даром не оплачивать хозяина, он может переарендовать другому этот. И за это получит, если даже он за высокую оплату, чем он сам отдает. Так тоже можно. Вот арендатор, арендодатель, не зная арендодателя, арендатор сделал затраты в помещении. Он ремонт сделал там. Не предупредил арендодателя. Теперь, когда у них уже договор, они разводят, потом они говорят, что эти затраты оплати арендатору, арендателю. Арендодателю, да? Но... Я не должен, да, действительно. Если без ведома хозяина делает какие-то работы, те работы, которые он не обязан выполнять, как такие ремонты. Но если
Без ведома, если хозяин он это делает, тогда хозяин не должен ему отдать что-то. Не должен. Обязательно нужно поднять вопрос, поставить, договориться с хозяином и за это удержать себе оплату за этот ремонт. Если договориться с хозяином, только тогда. Еще вот связано с квартиром, с сдачей квартиры. Здесь у нас обычно что бывает? Мы сдаем квартиру в аренду и договариваемся. Он ремонтирует эту квартиру, и за этот ремонт он живет, скажем, там бесплатно. Это будет как оплата за 6 месяцев или же на год даже. Вот такое тоже нельзя. Это тоже недействительная аренда, потому что не знают, сколько там расходы будут. Неизвестно, неопределенно там, поэтому. Если договорятся они так, в сумме если договорятся, за месяц столько-то, скажет там за каждый месяц 10 тысяч, договорились. Вот уже в сумме, после как договорились, расходует он в ремонте. Ты потом уже отдельно, дополнительно договаривается, там выполнить какие-то ремонтные работы, и эти расходы, чтобы в оплату, чтобы учитывать. Это так можно. Так договориться можно. Нельзя, например, нанимать человека, когда у нас, скажем, там 100 тысяч баранов, их резать и шкуры сдирать, за эти шкуры или за эти шкуры договориться не на определенную оплату, а за чтобы он получал шкуры этих баранов. Это даже не говорят нельзя, потому что не знают, какие будут шкуры. Предоплата. Оплата должна быть определена. Да? Насчет предоплаты. Насчет предоплаты, когда квартиру сдает, на месте, как договорились, по рукам аренду сдали квартиру, договорились в срок, на год сдает квартиру даже, и за каждый месяц по 200 тысяч. Как они по рукам договорились и разошлись на этом месте, если они не обговорят в срок деньги отдавать, или там в рассрочку деньги отдавать. Просто так. Вот здесь на месте он может у него потребовать предоплату. А если... За год может. За год предоплату требовать может, потому что вот этой сделкой, с заключением этой сделкой на этого человека уже как бы вот эта сумма идет на его шею. Для этого срока же не назвали. Если вот здесь вот арендатор, он должен немного подумать и договориться, как оплатить. В рассрочку, предоплата или в конце года. Вот нужно здесь обязательно договориться и договариваться. Если не договориться, тогда вот хозяин может здесь же потребовать у него эти деньги. На сумму, на целый год может потребовать. Обязательно нужно об этом тоже, чтобы вот такое не было, вначале договориться. Когда нанимают кого-то на работу, тоже обязательно нужно все детали называть и обговорить все полностью. Объем работы, если они со сроком нанимают его работать, когда выполняют какой-то объем работы, обязательно нужно договориться, показать. Вот сегодня как проект показать, вот поэтому по такому проекту, чтобы построил дом. Или если нет земли, участок показать, длину, ширину, высоту дома, одноэтажный, двухэтажный. Если там, конечно, вот договариваться, как мы говорим, до ключа полностью. Ну, а то разные договоренности что у нас бывают за квадраты, за определенные там фигуры такие, ну, так тоже можно договориться. Но главное, чтобы вначале полностью было детально обговорено. Если этого не будет, если договора не будет, без договора, если кто-то начинает, без словесного выражения тоже, если кто-то начинает кому-то работу выполнять, получается же здесь сделка недействительная аренды. Но при недействительной сделке что там происходит? Он в конце, когда скажет свою цену, не обязан хозяин отдать ему это. Но здесь
берется средняя цена, средняя стоимость. Так без оплаты бесплатно не оставляете его, но только то, что он скажет, тот он не получает, если не договорится вначале. Среднюю цену берут за все детали, за все работы. А если мелкие такие работы, не договориться, вначале не договориться, если кто-то выполнит кому-то какую-то работу, здесь может даже он остаться без оплаты даже. В мелких таких работах есть. Есть, вначале мы как сказали, рассказали, что вот это словесное выражение необходимо делать для этого арендного договора тоже. Есть такие необъемистые работы, или же там обычно то, что понимают люди, если даже словом ничего не скажет, все знают, сколько там нужно оплатить за это. В таких случаях, в таких моментах тоже словесное выражение не обязательно делать. Вот, например, когда мы садимся на маршрутку, здесь уже тоже аренда, тоже ижара здесь получается. Мы нанимаем этого человека доставить нас до нашей остановки. Вот здесь мы же ничего не говорим, тихо, молча доезжаем и оплачиваем. А не оплатить выйти можно из-за того, что они договорились вначале, когда он садился на маршрутку. Или же когда садился он на такси. На такси обязательно договориться нужно, потому что там обычно договаривается. А в маршрутке обычно не договариваемся мы. В автобусе, если куда-то междугородный автобус, там если обычно люди садятся, они обговаривают вначале, и все знают, сколько стоит проезд. Здесь тоже как-то как будто они договорились, когда он выходит из автобуса, он обязательно должен оплатить. Вот такие моменты есть, которые люди в обществе, они самые обычно, если даже не договорятся, молча, если даже садятся, они оплачивают. Такие моменты в иджарете происходят как действительная сделка тоже. Хозяином он теперь, после как он купил, он хозяином становится, арендатор, если сам, да. Он сам там живет, он, если посторонний покупает, ему освободить, там, из руки в руки передавать, чтобы он законным хозяином, чтобы этого дома стал, необходимо же делать. А квартирант сам, если он себе покупает, тогда он становится хозяином этого дома. Но только этот арендный договор, там не расторгается, аренда продолжается, он оплачивает до конца своего срока этому хозяину. А если он хозяином договорится? Будучи хозяином, он должен еще платить? Да, будучи хозяином, он оплачивает там предыдущему хозяину. Разорвать не могут, да, этот контракт их? Чтобы сразу он уже ни за что не платил и жил там как хозяин. Но если договорятся, если расторгаются, если обоюдно можно. А хозяин на это согласится, конечно. Это в интересах покупателя только. Вот тут квартиру ремонтируют, если ему сказать, сколько пойдет, сколько деньги отдай, потом удержаться, они так не за что договориться? Вот договор, когда вот человека заселяют, да, когда квартиру сдают, если с ним договориться, вот ремонтируй, такой косметический ремонт, за этот ремонт ты будешь жить 6 месяцев. Вот такой договор не проходит, потому что мы пока не знаем, сколько туда уйдет. Из-за неопределенности вот этой суммы, объема суммы, этот договор недействительный. А 6 месяцев тоже там, если у них 60 тысяч, 10 тысяч, а он же, если сколько туда не пойдет, через расход. Но имеется в виду так, сколько уйдет на расход. Дом ремонтирует, сколько пойдет, скажи мне, а потом с аренды будут удерживать. Ну, для этого же нужно сначала договориться, сколько на месяц. За месяц сколько договориться? Так можно. Вы же сказали, что можно так. А договориться на сколько? На год договорились даже. И обговорили сумму, оплату за каждый месяц.
за каждый месяц оплату обговорили, и потом дополнительно там договаривается теперь, произведи ремонт, текущий такой ремонт, косметический, сколько уйдет расход, эти расходы мы будем учитывать из этой суммы. Так можно дополнительно, если договориться. Вот за это, чтобы он жил сколько-то месяцев, потом, чтобы начинать оплачивать, вот этого нельзя, такой договор не проходит, потому что там в результате могут они прийти к какому-то спорному исходу, спорный момент, всякие такие моменты, где в конце, в результате может какой-то спор, вот это не допускается шариатом. Для этого обязательно нужна оплата, чтобы была объявлена известным, определенным. А заканчивается аренда только, если выходит из строя этот арендованный товар или помещение, что там полностью из строя, если выходит, или же если это животное, если умрет это животное, если, например, верблюды там в аренду, если отдали коня, например, умирает, этим заканчивается. Или же заканчивается завершением объема работы, обговоренной работы, или же с истечением срока. Вот этими делами заканчивается аренда. А так, обоюдным согласием тоже могут расторгать, а так один от себя уже не вправе расторгать арендный договор. Но в таком случае, когда где-то умирает кон арендованный, или же там стихии, можно сказать, там испортился автомобиль. В таких случаях, когда заканчивается, там расторгается, вот здесь вот, когда прекращается аренда, там расплачивается за предыдущий срок. Не расторгается, а в следующие месяцы. Вот только на будущее время только расторгается, а на прошедшее время оттуда до этого он, хозяин, получает всегда свою оплату, если не оплатил. Вот тот пример мы тогда еще рассказали, то, что просто вспомнить, можно сказать, вопрос, связанный с закатом тоже. Когда сегодня в аренду сдает помещение, если не обговорятся, если у них договоренность, если не будет такое, что в конце срока оплатить, или же предоплату, насколько это предоплату делает, или же в рассрочку оплачивает. Если такого договора не будет, мы же сказали, что после заключения этого договора он может требовать у него эту сумму, насколько они договорились. Помните, мы рассказали тогда, вот, как-то у нас из тетрадан этот разговор шел. Получая, он полностью хозяином, полноценным хозяином этой суммы не становится. Сегодня у нас эта масала уже к теме относится, поэтому мы, давайте вспомним, был один случай, когда мы в этом рассказывали. А закат как же будет отдавать, оплачивать тогда он, если он полноценным хозяином этого не стал? Он становится только с истечением этого срока. То есть каждым месяцем, если на каждый месяц договорились по 10 тысяч, с прохождением каждого месяца он становится как бы хозяином этой суммы. Месяц проходит, он хозяин 10 тысяч. Второй месяц проходит, хозяин второй 10 тысяч, 20 тысяч его уже. А в конце года, там если на 3 года договор у них, в конце года получается он становится прохождением одного года же закат выплачивается. Вот сколько ему за год набирается оплата, вот этого как бы он хозяином как становится, вот на это только ему закат идет. На следующий год, на следующий годовой оплату. И в конце третьего года идет на всю сумму закат. Оплачивать как этот закат, если они договорились, скажем, там в конце оплатить. А если будет такой уговор, в конце оплатить, в конце срока, в конце третьего года, если оплатить,
Ну, вот, давайте, если на каждый месяц по 10 тысяч на год, 120 тысяч выходит, а за 3 года выходит 360 тысяч даже. А если они договорились, ему, он в руки эти деньги не получил. Если остаются в руках хозяина, это в руках этого арендатора, они как бы долг хозяина дома, а на долг же идет закат. Поэтому, когда он уже в конце года, в конце третьего года, он эти деньги получает, 360 тысяч рублей, из них он должен выплатить закат на 3 года. На все 3 года. На все 3 года, как мы тогда объяснили, на первый год за 2,5% 120 тысяч он должен. А в конце второго года на него идет 5%. 5% 120 тысяч и 2,5% тех 120 тысяч, которые он даст, ему приходят на первый год, к концу первого года. А в конце третьего года как бы он должен теперь здесь оплатить за первый и за второй по 2,5%, а за последние 120 тысяч 7,5%. Вот таким образом выплачивает закат. Но это как объясняется? То есть вот этот, как он сдал квартиру, договорился за каждый месяц по 10 тысяч, и в руки получает он сегодня эту сумму. Если они на предоплату, если договорятся. Если не договорятся, если договорятся, в конце отдавать. Здесь как долг будет. А так, если даже у него на руках будет. Он полноценным хозяином этих денег становится только с истечением определенных месяцев. После каждого месяца переходит в его казну, в его собственность переходит, полноценно переходит по 10 тысяч. Вот поэтому там получается вот такой результат оплачивания заката. Если эти деньги у него он взял каждый раз, или полгода один раз взял, он из расходов, у них наличия нет, потом тоже идет все закат. Если у них его наличия нет, он расходовал их. Хозяин этого аренды. Теперь вопрос, если предоплата только здесь возникает, такой вопрос. Если он вначале... Прошел, он взял, 60 тысяч взял он. Его расходы. Второй расходы. И тоже расходы, он ничего нет сейчас. Ну да, если в долг оставит, в конце, если оплатит, там этот вопрос не возникает. А когда в рассрочку, через каждый месяц, или через 6 месяцев, или там в начале же еще полностью сумму, если получает в руки, и там же он их расходует, тогда действительно такой вопрос возникает. У него целый год, в конце года же у него на руках их нету. Для того, чтобы выплатить закат, для этого эта сумма же должна в запасе где-то лежать. Он их израсходовал, получается, в начале. Ну, этот вопрос действительно должно быть так, что он, если даже расходовал, не свое расходовал, даже не свое израсходовал, как бы. Потому что еще он хозяином. Я получил 6 месяцев аренду. Получил. Это в 6 месяцев, за это 6 месяцев получил. Да. Но здесь вопрос не возникает. Этот вопрос отпадает. Вот так вот нужно тогда, для того, чтобы если кто-то не очень хочет выплатить закат, но избегать от заката, то нельзя. А так в текущем, в свои расходы, если он выпускает вот это, то, что получает, каждый месяц им то, что он становится полноценным хозяином. Если он пускает их в расход, тогда не идет, конечно, на этот закат. Любой человек, который аренду, который получил деньги, он его не уложит, у него тоже домашние расходы. Он его расходует. Каждый 6 месяцев прошел, он взял 60 тысяч расходов, уже нет его. Еще 6 месяцев тоже расходует, так у Божьего у него это не держится. Но здесь ваш же вопрос не идет, здесь, когда он так расходует, здесь закат на это не идет. Когда он каждый месяц по 10 получает, или же после 6 месяца получает 60 и в конце года получает еще 60, расходует, как получает, так и расходует. Их у него нету,
он полноценным хозяином получает. Он как получает, так и бывает полноценным хозяином, когда уже проходят эти месяцы, уже прошли. Тогда и он может их пустить в расход тоже, расходов тоже может. Потому что они его, он хозяин, полноценный хозяин этих денег. Тогда там вопроса нету, не идет закат. Вопрос возникает вот когда. Вопрос возникает, когда предоплату, когда получает, вопрос возникает. Когда предоплату получает. Предоплату, если получил за эти 3 года, 360, сегодня же он получил за 3 года за это помещение. Даже в конце года у него, вот здесь уже он на расход пустил все. В конце года, если даже он в расход полностью пустил, вот здесь вот вопрос, теперь отвечать немного трудно, все эти 360 тысяч он пустил в расход. В конце года только же он становится хозяином этих 120 тысяч, не говоря еще о 240 тысяч. Вот там уже он должен будет выплачивать закат, потому что он уже пустил их в расход. Вот здесь вот вопрос то возникает. Эти деньги у него год не должны стать, он его сохранит, это столько денег, если он должен доказывать. Но теперь вот возникает вот серьезный вопрос вот здесь, когда, еще раз, если так объяснит, квартиру сдал на 3 года, по 200 тысяч в месяц, и сегодня же он получил 360 тысяч в руки. Но сегодня он как полноценным хозяином ни рубля не стал, когда он это получил. Проходит месяц, он становится из этих 360 тысяч хозяином только 10 тысяч даже. Он полноценный хозяин, за которого он должен выплачивать закат. В такой форме. Сегодня, когда он эту всю сумму, все 360 тысяч, если он расходует, а кто знает через месяц, что с его домом будет, что с его помещением будет. А если что-то случится, он должен же вернуть эти деньги обратно. Вот поэтому он должен вернуть обратно, поэтому он неполноценный хозяин. Поэтому не идет на него этот закат. Потому что пока мы не знаем, они его или не его. Если что-то случится, он же должен вернуть их. А теперь только мы знаем, с прохождением года мы знаем, что он становится из тех денег, которые он уже израсходовал. 100 тысяч он становится как бы хозяином, а их у него на руках нет уже. Он уже израсходовал их. Ну там закат вряд ли будет, если он израсходовал, но только он идет на риск, если что-то случится, если даже он израсходовал. Он за оставшийся срок, если там это помещение, если выходит из строя, он становится непригоден для дальнейшего пользования, он же должен вернуть оставшуюся сумму. Вот тогда на этот, поскольку он, если так даже, он пустил расход, их у него, он целый год не держал в руках в запасе, на это не должно идти закат. Следующий у нас, в следующей неделе, иншаллах, урок о васият мы расскажем. И давайте вот после этого закат расскажем. Вот связано с тиджаратом, с торговлей, закат торговли жизнь. Вот об этом, наверное, будет необходимо рассказать. Спустя один урок, в следующем уроке, как мы сказали, о васияте расскажем. Связанные с закатом, наверное, будет очень много вопросов. Вот, если есть у нас еще время, вот такой, почему не задают вопрос? Почему не задают такой вопрос? Кто-то занимается, готовит пластиковые окна, двери. Чем он занимается? Кто он? Кто-то приходит, заказывает окна, дверь, заказывает. Какой связь между вами и этим клиентом? Вот отвечайте на этот вопрос. Это иджара или нет? Это? Заман еще раз. В смысле заранее договариваем, это не иджара. Мыслим заранее договариваем, берем у него половину цену, потом установим, потом половину берем. Но это что за сделка? Как? Иджара это или не иджара?
Торговлей можно было бы назвать, если эти окна были бы, там стояли бы. Если... Это услуга. Это продажа. Услуга продается там, что ли? Услуга, установка. Производство и продажа. Работа делает. Ну вот у нас вот есть купля-продажа даже, мы рассказали о купле-продаже. Входит это в купле-продажу? Не входит, потому что нету товара. Пока готового товара нету. Двери, когда вот где-то готовили, стоят, окна стоят подходящего размера, договориться купить, это дверь этого, что купли-продажа. А именно то, что делается, приходит там, заказывает, уходит, потом вы им окна, двери вставляете. Ну, это называется, есть такая сделка тоже по шариату, можно решать. Вот истисна есть такая сделка еще, истисна. Как бы не по найму как бы работает, с клиентом же, вместе с этим с клиентом же вы не заключаете договор найми. Поэтому ну, есть такая сделка, что называется истисна. Оттуда как бы вот заказ, принимать заказы. Вот такой. Ну как бы принимать заказы, да? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Allahumma